Конфет будешь? Давай. Всем привет, я Элли Ди, и со мной, как всегда, моя собака Джина. И сегодня я вам покажу веселый пранк над друзьями. Особенно этот пранк будет актуален в предновогоднюю и новогоднюю пору, потому что у нас будут принимать участие конфеты, которых в Новый год очень много. А еще нам понадобится кинетический песок. Я надеюсь, вы уже посмотрели ролик о том, как я смешивала два цвета кинетического песка 2 килограмма, чтобы получить вот такой бирюзовый, или цвет морской волны, или мятный, или цвет Тиффани цвет. Кстати, сегодня пятница, а это значит, что на моем канале Элли Пес проходит розыгрыш и объявление нового конкурса. Это происходит каждую пятницу. Я подумала, может быть, мне каждому победителю добавлять еще в посылку и кинетический песок вот такого классного цвета. Напишите в комментариях, интересно ли вам это. Если будет много комментариев и лайков, я, наверное, так и сделаю. Ну а мы приступаем к пранку. Точнее, к его приготовлению. Что нам понадобится? Нам понадобятся конфеты. Причем конфеты должны быть такие, чтобы у них была очень плотная обертка. То есть помимо вот основной обертки, там должна быть фольга и еще там кондитерская бумага, так называемая, для того, чтобы у нас корпус конфеты был достаточно твердым. Я думаю, многие из вас знают такой прикол над друзьями, когда просто вынимаешь конфетку и пустую фантик, придав форму конфеты, как бы вручаешь человеку, который об этом не догадывается. Но минус такого пранка в том, что конфета становится очень легкой и легко догадаться сразу же, что она пустая. Но мы сделаем реальную конфету, приготовленную из кинетического песка. Итак, берем немножко кинетического песка. Его, думаю, столько будет достаточно. Для того, чтобы нам слепить правильную конфету, я думаю, стоит распечатать один образец, положить и сделать из кинетического песка конфету, такую псевдоконфету, идеально подходящую под этот размер. То есть такого же размера. О, кстати, что-то у меня получается. Очень сложно слепить конфету, хотя бы потому, что руки теплые и песок может плыть. Поэтому лучше, если это делать на ровном столе, чтобы он еще был такой прохладный. И каждую сторону нужно переворачивать и делать ровный. Вот у нас получилось некое подобие конфеты. Если сравнить по весу, то они практически идентичны. И теперь нам нужно идеально подогнать конфету под обертку. Для этого я засовываю все, что есть, сюда. И закрываю. Вот такая получилась конфета. И теперь мы придаем форму нашей будущей мятной конфете со всех сторон. Получился вот такой батончик. В принципе, очень даже ничего. Таким образом, у нас готова конфета. Если такую готовую конфету положите там, где прохладно, ну, допустим, ближе к окну или в холодильник, то она затвердеет, будет очень прочной, получится вот такой вот ровный, идеальный батончик, который, ну, не течет, не распадается. Поэтому перед тем, как воспользоваться этим пранком, я думаю, лучше немножечко остудить конфетки. Сейчас я сделала уже конфету-белочку, и теперь хочу сделать следующую. Следующая у нас Аленка. Кажется, маловато. Ни в коем случае не засовывайте конфету, если она мала, потому что тогда она будет бултыхаться в обертке, и все сразу догадаются, что там что-то такое непонятное. В идеале должна быть, ваш батончик должен быть такого же размера, что и настоящая шоколадная конфета. Таким образом, получилась еще одна конфета. Думаю, что она подойдет по размеру. Плотно закрываем. Теперь у нас есть Аленка. Давайте еще одну конфету сделаем. На этот раз мишки. Нормально. Но теперь мне нужно сделать все эти конфеты, ну или хотя бы половину, чтобы сверху были наши мятные. Таким образом, я сделала вот такие конфеты, вот столько их. Они у меня кинетические конфеты, и мне теперь осталось добавить их в общую вазу с конфетами, положив их вот так вот сверху. И сейчас я возьму телефон и сниму, попробую этот пранк. Интересно, получится у меня? Конфет будешь? Давай. Ты что смеешься? Собак снимай. Фу, это песок, что ли? Присылайте в комментариях ваши крутые идеи для пранков. Ставьте палец вверх, и мы увидимся с вами очень скоро.